Необычная и вкусная закуска на праздничный стол. Соленый крекер и нежная паста с сыром и помидорами. Для приготовления этого блюда мне понадобятся такие продукты. Твердый сыр 300 грамм, помидор 1 штука, чеснок 2 зубчика, зелень укропа и петрушки. Майонез 60 грамм, соленый крекер для подачи. Твердый сыр натираю на мелкой терке. А также чеснок. Мелко нарезаю зелень. Высыпаю ее к сыру. С помидора удаляю сок и семечки, после чего нарежу его мелкими кусочками. Высыпаю помидоры в емкость к сыру. Добавляю домашний майонез. И все хорошенько перемешиваю. Соль добавлять я не буду, так как крекер у меня уже соленый. Подавать закуску я буду в виде сэндвичей. Итак, приступаю к ее оформлению. Половину крекера выкладываю на блюдо. Сырную начинку выкладываю на каждый из крекеров. Сверху начинку накрываю крекером. Готовится такая закуска очень просто и очень быстро. Попробуйте приготовить. Подавать их нужно сразу же к столу, чтобы крекер был еще хрустящим. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!